В Донбассе этой ночью артобстрелом подвергли сразу несколько населенных пунктов. Особенно напряженная обстановка на Тельмановском направлении. Там киевские военные продолжили попытки прорваться через линию фронта в районе Новоласпы. При этом они обстреляли жилые дома. Некоторые загорелись. В самом Тельманово накануне погибла женщина. Наблюдатели ОБСЕ отмечают, что неспокойно и в Широкино. Откуда, как они сами подтвердили, ополчение уже давно ушло. Как следует из последнего отчета миссии, украинские силовики не подпускают инспекторов к своим позициям, а оттуда как раз ведется снайперский огонь. Там же, под Мариуполем, наблюдатели слышали и несколько взрывов.